сегодняшнего вечера нас вдохновила замечательная исполнительница, артистка с большой буквы, Елена Сафронова. За 25 лет можно аплодисменты, нужно ваши аплодисменты. За 25 лет творческой деятельности гастрольные маршруты протянулись по многим городам России. Тамбов, Иваново, Владимир, Ульяновск, Йошкар-Ола, Саранск. Имя Елены Сафроновой известно за рубежом. Израиль, Франция покорились ее прекрасному вокалу. Творческая деятельность Елены Сафроновой началась задолго до прихода ее в губернаторскую симфоническую капеллу Пензенской областной филармонии. Елена работала со многими известными музыкальными коллективами, в том числе с Анатолием Шуватовым и Анатолием Пасновым. С 91 года Елена Сафронова стала солисткой Пензенской областной филармонии. В 2004 с основанием капеллы является ведущей ее солисткой. За время работы в капелле творческий потенциал певицы раскрылся наиболее ярко, демонстрируя великолепный голос, превосходную сценическую внешность, обаяние, профессиональное мастерство и артистизм. В репертуаре Елены Сафроновой можно встретить классические, эстрадные и джазовые произведения. Елена Сафронова является участницей и лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В 2010 году Елене Сафроновой присвоено звание «Заслуженная артистка России». И сегодня мы с вами, дорогие друзья, имеем возможность насладиться прекрасной музыкой, удивительным голосом. Встречайте! Заслуженная артистка России Елена Сафронова! Поздравить вас с юбилеем
и вручить почетную грамоту Управлению культуры за многолетнюю активную и плодотворную концертно-просветительскую деятельность, большой вклад в сохранение и развитие классической музыки в Сурском крае и высокий профессиональный уровень работы. Вместе с тем, коллектив «Темс концерта» довольно-таки большой коллектив, более 350 человек у нас работает. Присоединяйтесь ко всем поздравлениям, которые будут звучать в этом зале, которые, если звучали сегодня днем, в ваш адрес. И вручаем вам почетную грамоту за бескорыстное служение музыкальному искусству в связи с 25-летием творческой деятельности. Желаем вам здоровья, удачи и новых творческих успехов. Председателю Тринтинского регионального отделения Международного союза музыкальных деятелей Светланы Васильевне Туровшиной. Леночка, с праздником! Если слова мои вы поддержите, то я прошу их потом поддержать каждое слово аплодисментами. Красивая женщина! Талантливая ты! Авторитет среди профессионалов и любовь зрителей. И, конечно, любовь друзей и преданность, любовь семьи. Много ли 25 лет? Много. Сотни концертов, тревога на конкурсах, на фестивалях, перед ответственными выступлениями. Конечно же, каждый раз волнение перед вами, зрителями. За эти годы сделано так много, не только по России, а главное для Сурского края. В каждом районе бывала капелла, бывали творческие коллективы, в которых я лично работала. И все это абсолютно было в дар нашим пензенским зрителям и слушателям. Но это всего 25 лет. Впереди еще много-много очень интересных творческих планов. И они обязательно осуществятся. А самое главное, она все может. Я с удовольствием выполняю миссию президента Международного союза музыкальных деятелей, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации, доктора искусствоведения, профессора, ректора Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Александра Сергеевича Соколова. Почетная грамота за вклад в развитие музыкального искусства Пензенской области, активную концертно-просветительскую деятельность, оказание помощи студенческой молодежи, формирование интереса к истинным ценностям в вокальной музыке. И, конечно, в связи с 25-летием. Я знаю, что у нас сегодня в гостях замечательный исполнитель, человек, которого всегда мы ждем на этой сцене. Сегодня он приехал поздравить с юбилеем Елену Сафронову. Встречайте, ведущий солист Московского театра оперетты Петр Борисенко. Я, да, с удовольствием приехал на этот вечер. Я хочу поздравить Леночку с этим чудесным юбилеем и пожелать ей звучать еще много-много лет в этом прекрасном храме искусств и радовать вас своим талантом. Елена Сафронова, Петр Борисенко. Ну и, конечно же, музыкальный подарок для нашей Леночки. Штраус, куплеты Баренкая и запереты «Цыганский барон». Хочу, друзья, вас всех обнять, ведь я на родине опять, как прежде яркие небеса, все те же старые леса и дальний водопад.
действует меня, все дальше крутит свои мыши. Все те же аисты на крыше, шатры кипит и пара, богатство пёстрое языка, что с не забавит и поры, а будет сам и дворы, чтобы на будущем году. На сцене дуэт Елена Сафронова, Петр Борисенко. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Кафельной культурной премии руководителей главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Каширский. Кьяра, испанское болеро. Для вас поет Елена Сафронова. Yeah.
чужой к свине, я болеть буду вас, как свинопас. А вы чудные головы, заветуйте я чернай, чуть вас ко мне жены колбасы чины. Поедем в Борозди, где всех свинья господин, скорей со мной поедем в праздник. Друзья, перелетные птицы, только быть наши дни.
Стрельников, дуэт «Поленьки и Митруся» и «Запретный холопка». На сцене Елена Сафронова и Петр Борисенко. Thank you.
На сцене заслуженная артистка России Елена Сафронова. Пропаганду, за просвещение, за
классическое искусство, которое так важно сегодня, потому что вот, ну, классика, она вечна. И именно классическая музыка, классический голос, классическое искусство настраивает наши души, вот, как камертон, да, на ту ноту ля, которая всегда верная. Вот так вот. И как бы там ни было, там вправо, влево, но да, правильным курсом, курсом классики, курсом гармонии и талант, дар Божий. И то, что у нас столько талантов, дай Бог здоровья, счастья, процветания, новых творческих побед во славу нашего богохранимого Пензенского края. С юбилеем концертной деятельности! Сейчас, дорогие друзья, прозвучит песня, которую знают и любят, наверное, все. Поэтому я уверена, что кто-то из вас будет подпевать. Делайте это, не стесняясь, громко-громко. Итак, Исаак Дунаевский. «Ой, цветет калина» из кинофильма «Кубанские казаки». Елена Сафронова.